Давайте с вами поговорим про таланты. Что такое таланты? Талант — это не такая штука, о которой можно сказать, что у меня он есть или у меня его нет. Талант — это способ применения любого слова, действия, чувства. Это просто способ применения, и все. То есть, почему мы всегда говорим то, что недостатки нужно переводить в таланты? Что такое недостаток? Да? То, что нам недостает, то, что мы не видим, не знаем, как это использовать. И все. То есть, это способ, мера использования. Если вы это используете себе во благо, в рост, развитие, да, который исполняет ваше желание, то вы подошли к этому талантливо. Вот, если вы используете так, как вы приучились по привычке и губите себя этим, то это ваш недостаток. Разглядеть, как это нужно использовать по-новому. Например, вот вам сказали какую-то чушь. Вы такие, чушь. Какую чушь он несет? Типа... Я сразу в нем вижу недостаток, он там матерится, к примеру, да? Ну, даже вот матерится. Я сразу вижу в этом человеке недостаток, он матерится. Вот, как сделать из этого талант? Это значит, надо просто себя спросить, а как можно использовать мат? Вы уже знаете, как использовать мат, он разрушает нейронные связи, можно его использовать вместе с шаблонами какими-то, да, послать их нахрен и реально разрушаем нейронные связи таким образом. Вот, талант, у меня нет таланта, что это значит? Это значит нежелание пробовать и использовать все, что перед вами есть, по-разному, чтобы найти тот способ, который будет вам по кайфу. Ребенок берет камень, облизывает его, кидает, как он быстро там упадет, дальше полетит, что-то с ним сделать, куда-то его деть, завернуть, не знаю, там какую-то поделку. Это талант, то есть он перебирает разными своими способами использования наилучший вариант, как его можно применить. Если он найдет, как его применить, супер. Он из камня, который был просто ненужным, да, сделал его нужным. То есть талант – это способ делать ненужное в нужное. Почему говорю ненужное в нужное? Например, талантливый человек, который талантливо рисует, да, он может из этого сделать талант, то есть применить рисование для чего-то, там, продавать картины и с помощью этого жить. Он может рисовать и вдохновляться на радость. Он может рисовать и радовать этой красотой. То есть это талант. То есть он применяет что-то для того, чтобы это привнести во благо себе и другим людям. Вот. У меня нет талантов, когда вы так говорите, хочется сказать, иди, ты пробовал как-то использовать то, что ты не можешь применить или нет? Но чтобы его использовать, нужно сделать 1000 ошибок. Там, я не знаю, 10, 20, 5, 1. Может быть, вы сразу найдете в этом недостатке, который вам не достает, по использованию, по способу его использования, сразу найдете. А может быть... Будете долго искать, как это применить. Но когда вы это примените, этот недостаток станет талантом. То есть это способ применения. Неважно, что с вами случилось. Кошка насрала под дверь. Это хреново, да. Вы сразу отрицаете, потому что не знаете, почему это хорошо. Даже... перебирать способы применения – это тоже талант.
если вы что-то делаете, да, и ищете, как это использовать, это талант. Если вы найдете выгоды, как обернуть в свою сторону, что кошка насрала под дверь, вы там возьмете и поменяете на новый коврик, который вы хотели, или кошка поцарапала диван. Я сразу говорю, блин, это плохо. Какого хуя? Это неплохо. Я просто еще не знаю, как это обернуть в свою сторону. Я возьму и сделаю новую обивку к дивану, либо куплю новый диван, более комфортный, удобный, который меня будет радовать, который впишется в гостиницу, а эта хрень стоит уже давно. 30 лет от бабушки, или там 50 от бабушки с дедушкой достался этот долбанный диван. Я его уже 10 лет пытаюсь поменять, но все руки не доходят. Пришла кошка, которая, блин, дала вам возможность его поменять. То есть вы должны любые ситуации обернуть в свою пользу, спросив себя, а как это обернуть в свою пользу, да? Как это можно использовать для себя? Почему это хорошо? Меня обматерили, как это можно обернуть в свою пользу? Как только вы обернули свою пользу, это и есть талант. То есть любой способ применения, который вам во благо, это талант. Говорить, что у меня нет таланта, хочется вас прибить всех. Какого хера? В каждом эфире про талант уже столько раз было сказано. У меня нет таланта. У вас мозгов нету. Просто подумать, как это применить. А таланты у вас есть. Потому что это не что-то такое, что можно иметь, да? Это действие. Мы действия можем иметь? Нет, мы не можем их иметь. Мы их совершаем и заканчиваем. Начинаем и заканчиваем. Мы не можем их иметь. Он у нас проявляется только в процессе самого делания. Мы талантами не обладаем. Точно так же, как и не обладаем. Надеюсь, блин, вы усвоите это.